Экс-президента Армении Роберта Кочеряна, так же как и Пашиняна, выгнали с кладбища Яраблур, где похоронены армянские солдаты, ликвидированные во Второй Карабахской войне. Родители ликвидированных солдат обвиняют в смерти своих сыновей не только Никола Пашиняна, но и Роберта Кочеряна, так как, по их мнению, именно благодаря его махинациям и разворовыванию, армия Армении потерпела разгромное поражение в войне. Опозоренный словами родителей армянских солдат, Кочерян был вынужден молча покинуть кладбище.